счастью, вам удалось не только отбить атаку, но и захватить новое графство. Не успела осесть пыль после кровопролитного сражения, как вы получаете депешу, приказывающую вам вернуться. Вы уверены, что лорды обрадуются вашему успеху? Ага. Укрепление позиций. Вы полный идиот. О чем вы, черт побери, думали? Ну, честно говоря, это я отдал приказ продвигаться дальше. Да-да, но вы же не настолько глупы, чтобы отдать приказ о наступлении на Депюса. Тем временем Депюсу доложили о потере одного из графств. Я не верю своим глазам. Мои войска отступили. Я ничего не могу с этим поделать. Потеряно целое графство. Проявите твердость. Я уже начал осуществлять свой особый резервный план. Скоро вы получите свое графство обратно. Угу. Через некоторое время вы получаете сообщение, что свежезахваченное графство окружено войсками. Пока лорд Вулсок читает письмо, вы и сэр Лонгарм смотрите на него, как пара нашкодивших детей. Так, крыса выдвигает предложение. Герцог Депюс предлагает перемирие в том случае, если мы выведем свои войска из его графства. Это ловушка. Отец этого юнца был убит в подобной ситуации. Мы должны воспользоваться моментом и нанести новый удар. Нет-нет, у нас не хватит людей, чтобы вести масштабную войну. Вы уходите, оставляя лордов обсуждать детали вашего следующего задания. Наконец, совершенно красный сэр Лонгарм зовет вас, чтобы вы получили новые распоряжения. О! Мудрейший лорд Вулсок за перемирие, но мне это не нравится. Пожалуй, я одолжу вам своего лучшего каменщика. И готовьтесь к худшему. Лонгарм нормальный мужик. Разбейте небольшой лагерь на открытом месте и ожидайте прибытия Депюса. Не берите с собой войск, чтобы не раздражать его. Эти переговоры должны обеспечить нашу безопасность. Герцог Депюс хочет встретиться с нами. Сэр Лонгарм был прав. Это ловушка! Все, убили наших воинов. Это ловушка. Наш передовой отряд перерезали как свиней. Теперь я даю вам новые указания. Стройте... Так. Разместите ваш замок, милорд. Надо строить замок, ребята. Смотрим, давайте посмотрим параметры. Параметры игры 90. Давайте сделаем, наверное, на 60. Пока что. Пока разведаю местность, посмотрю, где что. Где эти дурацкие столбы. Вот он, этот дурацкий столб, откуда будут нападать. Ух, ух, давайте строиться. Мы будем вот здесь. Вот здесь мы будем строиться. Постройте амбар, сэр. Амбар, как всегда, с левой стороны. Замок, это все мы будем строить сейчас. Все делаем очень быстро. Смотрим, что по еде. О, по еде мы можем очень многое себе позволить. Это великолепно. Это нельзя здесь разместить, милорд. Давайте поставим 4 таких домика. Обязательно дровосеков, без них никуда. 2-3 дровосека здесь. И так, тут медведь. Ну, медведя-то они убьют. И поставим вот здесь дровосеков. Поставим много, потому что дерево нужно будет много. И не только дерево. Домики. Обязательно домики. Пока что один. Сыр. Делать сыр. И у нас есть деньги. Я думаю, не нужно клацать лицом.
Ставим сразу же сходу один домик. Угу. Так, начинаем немножечко уже так, что тут, ну медведь. Потихоньку продвигаться. Дерево, на все нужно дерево, чтобы это все построить. Этот чувак пусть делает луки. И ждем. Блин. Друг, давай, ты же крутой. Иди гаси медведя. Иначе он не даст нашим дровосекам житья. Блин, нет, нет, успей, король, успей дойти, иначе погибнут же. Повезло. Нет, 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 нет. Черт, с доской погиб, твою мать. Все, отлично. Правда, жизни у короля отняло, охренеть. Но это мелочи. Все, этот ждет. Ставим оружейку. Еще есть у нас дерево. Ставим еще один домик. И, наверное, надо камень потихоньку готовить. Поэтому каменоломню одну. Пару быков. Так, не хватает уже людей. Нужно дерево. Запасы провизии убывают, мой лорд. Это понятное дело. Я не удивлен, что так происходит. Нет свободных людей для этой работы. Чертовщина. Еще дом. Еще два дома. Я так думаю, сейчас будет жестко. Сейчас будет очень много войск, которые будут на нас нападать. Ставим вот так. Давайте построим. Нужно больше дерева. Угу. Сыр сейчас еще построим. Много причем так сыра. Как продвигается? Потихонечку едем. Потихонечку. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Наверное, стоит еще одну каменоломню впихнуть. Наш золотой запас стабилен. Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас стабилен. Люди любят вас, мой лорд. Запасы провизии пополняются, сэр. Так, пока есть у нас дерево. Сыровни. Строим сыровни. Я думаю, столько сыровень будет достаточно для начала, для более-менее комфортного старта. Теперь, что касается войн. У нас только луки, только лучников. Провизии осталось мало, повелитель. Да сейчас добудут, я ж сыроварню построю. Хотя это не сильно прям так много, но... Запасы золота неуклонно растут, сэр. Ну да, провизия прям так уходит на глазах. Ну, так, ладно. Хватит ныть. Надо построить каменную казарму. Где-нибудь вот здесь. Провизии почти не осталось, милорд. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Ничего страшного, что провизии не осталось. Все останется. Сейчас сыроварни будут работать, будет нормально. Поразила какая-то болезнь, милорд. Вот это плохо. Если честно. Мало, повелитель. Короче, пофигу, все равно строим сыроварни, потому что они нам очень сильно помогут. Надо обнести все стеной. Нам нужно больше камня. Нам нужно больше золота. И больше камня. Три каменоломни.
И еще я думаю. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Это нельзя здесь разместить, милорд. Зря, наверное, два дома впихнул. Запасы провизии убывают, мой лорд. Быстро вы жрете, уроды. Очень быстро. Провизии почти не осталось, милорд. Так. Давайте мы сейчас примем решение одно из таких кардинальных. Построим несколько полей. Вот так, три. Нужно дерево. Три поля нам хватит. Быки, камень. Каменная стена. Провизии осталось мало, повелитель. Почему я не могу тут забор построить? Ну, так хотя бы, я не знаю, будем строить. Провизии почти не осталось, милорд. Ну, ничего страшного, сколько осталось, а чё вы как эти? Будем довольствоваться тем, что есть. Блин, вообще нереально. И надо башню какую-нибудь построить. А башня не строится, да? Построилась, слава богу, с горем пополам. Послание от крысы. Не отступает. Ваше должение отменяется. Все. Теперь мы действительно построились. Башня есть, укрепление есть. Это замечательно. К нам никто пробраться не сможет. Тут, по-моему, тоже давайте тут застроимся. Провизии почти не осталось, милорд. Да ну как это почти не осталось? Я же вроде бы там все под контролем держу, нет? Денег у нас много. Дерево есть. Нас атакуют войска крысы. Хорошо, пусть атакуют. Я готов. Ну так, относительно, правда, но готов. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. На башню. Да? На башню. Мы идем в пути. Ёшкин матрёшкин. Офигеть. Я что-то не думал, что там есть этот. Ну ладно. Лучники готовы. Охренеть. Ну это мой косяк. Надо вход на башню сделать. Ремонт, естественно. Мой лук к вашим услугам. Блин, жестко. Да, оказывается, тут есть он, проходик. Провизии осталось мало. Нет, други, куда вы пошли? Нет. Тут вы проходить не будете. Мало провизии, надо больше строить провизии. Застраиваемся по полной программе. Вот так вот. Чтоб нам не размочили тут ничего. Вот это замок мы построили с вами. Поразила какая-то болезнь, милорд. Опять. Короче, надо еще дом. Надо еще людей обязательно. Сена хватает. Сейчас нам люди принесут муки. Принесут муки и построим с вами пекарню. В деревнях говорят, что были отряд крысы в этих краях. Ну, ничего страшного. Видели и видели. Провизии осталось мало, повелитель.
Блин, ходят, гуляют все. Это нельзя здесь разместить, милорд. Да я знаю, но стараюсь, чтоб можно было. Угу. И вот здесь еще пекарню. Почти не осталось, милорд. Все, сейчас. Сейчас будет мука, будет пекарня, будет охота, сыр. Сыр еще и сыр пойдет. Короче, дело... Нас атакуют войска крысы. Так, давайте делаем вот так. Поступает золото, сэр. Вот так. Налоги вполне справедливы, сэр. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Милорд, уже идем. На башню. Атакуют они, уроды вонючие. А, не с той стороны теперь атакуют. Ну пусть, пусть атакуют. Гасите их, ребята. Уродов этих вонючих. Они даже с лестницами, ё-моё. Как все серьезно. Мало, не хватает рекрутов, сэр. Какие будут указания? Не, у нас место очень хорошее. Нам вообще ничего сейчас сделать не смогут. Пусть они даже эти лестницы свои ставят, ну и толку-то от этого. Баллистами они немножечко наших ребят под это подкромсают, и все, не более. Место у нас действительно очень крутое. Луков у нас достаточно. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Рекрутов только пока что недостаточно. Но это вопрос времени. Запасы провизии пополняются, сэр. Еда у нас тоже нормализовалась. Все четко. Вот мука, все у нас идет. Камень. Это все мы сейчас сможем подделать, подремонтировать. Вот эти уроды тут. По баллисте стреляют. Не, все, все четко. Все намного лучше, чем я себе представлял. Думал, будет хуже. Мы даже сможем еще один бунгало построить. Почему их так называем? Потому что даже не хватает рекрутов. Не знаю, как их по-другому назвать. Осталось чуть-чуть. Я думаю, теперь параметры вот игры вот на 60 играть вполне комфортно. В принципе. В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Все, успеваешь. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов. Лучники готовы. Мы уже в пути. Самое главное, что еда. У нас теперь вот с едой очень все хорошо. Так, амбар. Ой, нет, назад. Не то. Назад. Ерунда какая-то. Блин, теперь выйти не могу, секунду. Жесткая ерунда. Открыл, все аж зависло. Старая игрушка. Ничего страшного. Нужно золото. Мой лук к вашим услугам. Так, теперь закончились бабки. Но это все мелочи. Уже идем. Милорд, мы идем. На стены давайте, ребятки. Сейчас будет война. Это последний бой, я так понимаю. А, нет, предпоследний. Еще будут бои. Какие будут указания? На стены. Чего вы спустились? Ждем ваших приказов. Вот так вот. Ну, все отлично. Да не, очень много лучников. Ничего они не сделают. Люблю лучников. Наш золотой запас стабилен. Запасы провизии пополняются, сэр. Все, в амбаре запасы теперь много еды. Убывают, мой лорд. Хлеб у нас, мясо, сыр. Чем больше видов запасы пищи, тем лучше. Убывают, мой лорд. Чем больше пищи, тем лучше. Тем люди едят разнообразнее еду. Естественно, запасы у них счастья больше. Сэр. Залез, блин, лучник. Ну и нафиг ты туда залезал? Готовься. Короче. Лучники готовы. Так, где остановить? Атаковать область. Активная оборона. Вот так поставим. Вс.
все, пусть гасят. И тут бегут, еще баллиста. Ну только смысл, они ничего сделать не могут. Ну порушат они мне вот тут чуть-чуть. Вообще все это ерунда, если честно. Все это ерунда, ребятки. Не хватает рекрутов. Мой лук к вашим услугам. Послание от крыс. А ну? Я могучий Дипюс, проклятие твоего рода. Я скоро уничтожу эту твою так называемую армию. Разведчики докладывают, что к нам движется армия крысы. Отлично, пусть движется. Это у нас финальная битва, финалочка. Сейчас мы будем уже заканчивать. Не хватает оружия, сэр. Все, мы с вами использовали все оружие, которое у нас было. И теперь у нас все просто замечательно. Единственное, что мы можем сделать, это еще немножечко вот тут укрепить стены. Ну и даже можем... Нет, вот так вот мы не можем, да, закрыть. Нас атакуют войска крысы. Ну и ладно. Мы можем зато вот здесь типа вот так вот перекрыть. Они будут проходить исключительно там, где нам нужно, вот здесь. А мы их будем встречать и атаковать. Что вполне нас устраивает. Даже можем... Можем же мы? Можем. Смотрите. Амбар полон? Ни хрена себе. Вот это да, такого еще не было у меня. На второй мы можем построить. Гляньте, вообще просто мы их всех уничтожаем. Все. Победа, ребятки. Реальная победа. Мы размажили все. Крыса вонючий. Крыса вообще победили, один из самых легких противников, поэтому ничего в принципе такого сложного нет. Но в первой миссии он меня, конечно, заставил напрячься, я немножечко офигел. Но может потому, что еще скорость игры была сильно высокая для именно таких войск. Я просто, то он копейщиков просто присылал, да, парочку лучников, а тут пошли по 15 лучников, потом еще копейщики, сильно много. Но тут даже баллисты вот были. Но прикольно, прикольно. Поэтому всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь, комментируйте, лайки и репостики. Пока-пока.